Семья Корнеевых из деревни Шишково ехала в сторону города на «Жигулях» 12-й модели и столкнулись с трактором, который вез навоз. В машине было 5 человек – муж и жена Николай и Наталья и трое их сыновей. Младшему 9 лет, старшему 19. Никита и Егор погибли, а старший 19-летний жив, лежит в больнице, ему оторвало ногу. Вот эти цветочки, гвоздики, в 11 часов положили односельчане из деревни Шишково, которые сдавали кровь для него. Еду по своему дорогу. Встреча машина. Осталось 5 метров. Он тормознул. Боком на меня въехал. Вообще секунд нет прошло. Все, где-то